бугре, неподалеку от летней дороги, цепью шли школьники со своим старым учителем Шпином. За ними двигались четыре подводы, везшие бочки с водой. Мелкота на суслика вышла, щукарь указал кнутом. Давыдов смотрел на ребят с сдержанной улыбкой. Когда дрожки поравнялись с ребятами, он попросил щукаря: «Останови!» И, прицелившись взглядом, выбрал парнишку лет 7, Басова. «Подойди-ка сюда!» «Отчего идти-то?» – независимо спросил тот, сдвигая на затылок отцовскую фуражку с красным околышем, с выцветшим следом кокарды над козырьком. «Сколько сусликов ты убил?» 14. «А ты чей мальчик?» «Федот Демидыч Ушаков». «Ну садись со мной, Федот Демидыч, прокачу». «И ты садись». Давыдов указал пальцем на покрытую платком девочку, усадил малышей и сказал: «Трогай». И к мальчику: «Ты в какой группе?» «Первой». «А когда-нибудь зайди в правление колхоза, я тебе конфетку дам, шоколадную». «Едал ты когда-нибудь шоколад?» «Нет». «Ну вот приходи в правление в гости ко мне, угощу». «А я в ней, в конфетке-то и не нуждаюсь». «Вот как? Это почему же, Федот Демидович? Зубы у меня крошатся, а нижние выпали. Вот, погляди-ка». Парнишка открыл румяный рот. Двух нижних зубов действительно не было. «Так ты, Федотка Демидович, выходит, дело щербатый?» «Ты сам щербатый. Ишь ты, доглядел. У меня-то вырастут, а у тебя небось нет. Ага. Ну это шалишь ты, брат, и у меня вырастут, факт. Ловко брешешь, у больших они не вырастают, а я верхними могу укусить, ей-богу. Ну куда уж тебе там. Дай-ка палец, не веришь?» Давыдов, улыбаясь, протянул указательный палец и охнул, отдернул его. На верхнем суставе вылегли синие пятнышки укуса. «Ну теперь, Федотка, давай я твой палец укушу», — предложил он. Но Федотка, помедлив, вдруг прыгнул на ходу с дорожек, как большой серый кузнечик, чекиляя на одной ноге, прокричал: «Любил бы ты кусаться, нет, за раз не укусишь». Давыдов захохотал, садил девочку в дрожек и еще долго оглядывался на красневший над дорогой околыш Федоткиной фуражки. Улыбался, ощущая редкостную теплоту на сердце и влагу на глазах. Хорошую жизнь им построил, факт. Бегает сейчас Федотка в отцовском картузе казачьего фасона, а лет через 20 будет электроплугом наворачивать вот эту землю. Ему-то уж, наверное, не придется так, как мне пришлось после смерти матери. И белье сестренкам стирать, и штопать, и обед готовить, и на завод бегать. Счастливые будут Федотки, факт, думал Давыдов, обводя глазами бескрайнюю, нежно зазеленевшуюся.